Нардепа от БПП заподозрили в незаконном обогащении. Нардеп Голубев не подтвердил законность происхождения 14 миллионов гривен, задекларированных в 2016 году. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило декларацию народного депутата от блока Петра Порошенко Дмитрия Голубева и обнаружило признаки незаконного обогащения. Об этом сообщается на сайте НАБК в среду, 21 ноября. Так, Голубев в декларации за 2016 год задекларировал собственные денежные активы и активы жены на общую сумму в гривневом эквиваленте более 14 миллионов гривен, законность происхождения которых не подтверждена доказательствами. Депутат объяснил наличие средств осуществлением различных операций с криптовалютой биткоин, однако никаких документов, подтверждающих соответствующие факты, не предоставил. Кроме того, депутат Селидовского городского совета Донецкой области Артур Мирумян в декларации за 2017 год не указал долю нежилого помещения встроенно-пристроенного общественно-культурного центра, автомобиль жены, а также недостоверно задекларировал полученный из различных источников доход. Всего установлено внесение депутатом недостоверных сведений на сумму более 2,24 миллионов гривен. Основанные выводы относительно народного и местного депутатов направлены в Национальное антикоррупционное бюро. Ранее в НАБК установили, что нардеп Вячеслав Богуслаев своевременно не сообщил в декларации о покупке движимого и недвижимого имущества на сумму почти 25 миллионов гривен. Всего с начала 2018 года НАБК направила в правоохранительные органы 79 обоснованных выводов относительно декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов и признаков незаконного обогащения. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.